друзья, ну что, всем привет, всем the best. Наверное, шестой выпуск начнем с города, с ПГТ, точнее, Новотроиц. В общем, мы сидим на памятнике, на этом офигенном аппарате, который поставлен самым лучшим иллюминатором Новотроицка. Ну что, поехали, начинаем шестой выпуск. Друзья, всем привет! Снова я с вами, сэр Алекс. Ну что, мы приехали в Херсонскую область, в Новотроицк, на вот такое мероприятие. Ну что, думаю, будет весело и прикольненько. Тем более тут будет много очень заведений, вот палаточки для всех и все. Для того, чтобы себя презентовать можно было. Ну что, думаю, будет прикольно. Вау, вау, е. Вау, 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 е. Бандура какая. Ух. Ну что, а пока, я думаю, надо попить кофейка, потому что приехали я в машине и храпел, и сопел. В общем, спал. По местной церкви незалежності Петро Порошенко. Ми Україна. Боже, везде этот Порошенко. Лучше бы замість от этих плакатов всякой херни людям бы помогал. А не, деньги тратил на черти шо. Так, друзья, ну что, это ДК Новотроицкая. Давайте небольшой такой обзорчик сделаю для вас именно. Погнали. Коля фоткает, молодец, Коля. В общем, делать вид, что он фоткать умеет. Да, да. Коля на расклад пошел. Ребята, мы снимаем вас в блог. Что можете улыбнуться? Да. Итак, друзья, школа Чикаго передает всем привет! Хату Форева! Хотим все вместе? Хату Форева! Спасибо! Так, ну что, друзья? Ну, а для того, щоб трохи розбавити, тому що сьогодні для вас буде дуже багато інформації, ми для вас трохи заспіваємо і тим самим піднімемо вам настрій. Ви готові підспівувати? Не чую, готові? Тоді давайте разом з нами запалювати! Для вас, наверное, более старшее поколение, все ее прекрасно знают, но она переделана уже на современный лад, потому что ближе к молодежи сейчас все выпускается, да? Но мы о этой песне не забываем и споем ее тоже для вас. Фантазер! Погнали! Давайте на Троицк! Давай!
Спасибо! Так, друзья, ну и еще буквально пару секунд займу у вас времени. Я начинающий блогер. Вот, вы, наверное, уже знаете, да, я представился, Сергей Алексеев, сокращенно сэр Алекс. Поэтому я сейчас хочу заснять всех вас, ваше хорошее настроение. Ну и в следующем выпуске на YouTube канал так и подписан, сэр Алекс. Вы увидите себя. Правильно, Новотроицк? Да. Итак, друзья, сейчас буквально минуточку. Привет! Привет, друзья, это нас встречает так Новотроицк. Помахали ручками. Спасибо большое. Друзья, выступили мы. Наверное, не все, конечно, заснято. Девчонки, конечно, кричали, молодцы, поддержали нас. Новотроицк, ну, респект, уважуха, молодцы. Прикольно, кстати, выступать на самом деле, ездить по городам, видеть эмоции людей, как они тебя воспринимают, потом берут автографы, фоткаются с тобой и тому подобное. Ну, это реально круто. Да, Димас, ты уверен в этом? Точнее, тебе понравилось? Да. Вот. А сейчас мы решили перекусить. В общем, как вам сказать, у артиста не так уж и богат стол, когда куда-то ездишь. Он печенюшки, водичка и чай для того, чтобы горло не болело. Ой, подожди, это видосик. Да ладно, что вы паритесь, улыбайтесь. Какая школа? Первая школа. Я не знаю, что за школа первая, их в мире куча. А, Новотроицк, да. Татьяна Тамашевна, ну скажите, как? Твоя мрия сама в дату. Дату. Не, ну понятно, что там в дату, может, твоя мрия. Отработали просто, не знаю. Как отработали? Отработали на 100%. Сережа, Дима, the best. Вот такая вот кабина. Можно залезть туда и погреметь. Высота. Всем ребятам Новотроицке, которые сегодня были возле ДК, за теплый прием. Мы довольны. Спасибо. Спасибо всем ребятам в Новотроицке, кто нас смотрел.